Все внимание на экран. Доброе зимнее утро в Подмосковье. Всем известно, что труд облагораживает человека. Особенно, когда у тебя гибкий, вернее, ненормированный график и ранняя планерка в 9 утра. А за городом зима, зима, зима. Главное не опоздать. В нашей команде царит атмосфера позитива и взаимного уважения. Риэлторы – народ суеверный, и у каждого есть свои проверенные годами приметы и ритуалы. Это наша Юля и ее набор успешного риэлтора. Она самый интеллигентный и пунктуальный сотрудник. Знакомьтесь, это Костя, наш внутриком. Босса сегодня не будет! Потусим! По пятницам мы проводим совещание для подведения итогов и планирования следующей недели. А это Ольга, личный ассистент босса, образец скромности и высоких манер. Она следит за порядком в его отсутствии. А это наши HR-ы. Они ведут собеседование и набор в новую группу стажеров. Работа кипит до поздней ночи. И только Максим, наш бизнес-тренер, спокоен в этом бешеном хаосе по одной простой причине. Он абсолютно глухой. А это кабинет нашего руководителя и наш айтишник Илья. Он самый воспитанный из всего отдела, поэтому именно ему выпала честь проверять оборудование в кабинете босса. Илья, я тут подумала и решила выписать тебе премию в размере 1,5 миллиона рублей. Нет, долларов. Все потому, что вы замечательный специалист. Превосходный IT-гуру, IT-господь. А в это время в отделах продаж ребята настраиваются на активные выходные. Готовятся к презентациям. Обретают правильный настрой перед встречами. Кроме того, оценивают варианты. И собираются с духом. Конечно же, совершают холодные звонки и готовятся к показам. А это Светка. Она мечтает заработать денег и сделать подарок своему любимому дедушке. Татьяна Николаевна. Да, я. Это администрация. Ваши ребята опять обклеили бумажками своими весь город. Да? Один только Володя Сысоев оклеил целый проспект. Ну сколько можно это терпеть? Примем меры.